Приветствую вас, и поскольку вы задаете свой вопрос не анонимно, то есть не открывая своего имени, то я надеюсь, что вы правильно воспримете мои слова и отнесетесь к ним серьезно. Насколько я помню, я отвечал на ваш вопрос. И отвечал на него достаточно подробно. Вы задаете этот вопрос уже не первый раз и даже не второй. Соответственно, вам нужно больше ответов на него. Но ответов вы не получаете на данный вопрос. Соответственно, есть два момента, которые помогут вам данную ситуацию исправить. Первое. Это написать лично эксперту, ответ которого вам понравился, и обсудить с ним все то, что осталось неясным из его ответа. То есть посмотрите все ответы на ваши вопросы. Какие из них, какой ответ наиболее полно, по вашему мнению, ответил на ваш вопрос. И напишите этому эксперту с тем, чтобы продолжить беседу. Так вы экономите время себе и быстрее получите необходимую информацию. Дальше. Либо вы можете задать вопрос, сделав его платным, тогда больше экспертов ответит на него. И кроме того, этот вопрос, он будет висеть на первом месте на странице, он не будет уходить вниз под наплывом новых вопросов. Вы можете даже не делать его платным, но просто делать его VIP. По-моему, стоит это не очень дорого, но точно не скажу, никогда не делал такого. Надеюсь, мои рекомендации помогут вам решить свою проблему как можно скорее. И более случаем хотел бы спросить у вас, видели ли вы мой ответ, и если видели, то почему и все. Он показался вам неполным, потому что я всегда стараюсь отвечать на вопросы максимально полным, максимально всесторонним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.